Oh.
смотри, пожалуйста, я не могу мне тебе еще спасти. Положила голову на плечо, обе руки связаны за спиной. Ты мне можешь даже в глаза не смотреть, знаю, ты мой, мой. Ты мне можешь даже в глаза не смотреть, знаю, ты мой. Королевы не хотят короны менять, закарали на войне. Я тебе родила сына и пять, и ты что мне? Стрелки до полуночи не добегу, остановятся к шести. Не смотри, пожалуйста, я не могу мне тебе еще спасти. Сердце выковыривал из груди. Ты теперь можешь спокойно спать. Ты теперь весь внутри. Ты теперь можешь спокойно спать. Ты теперь весь внутри. Но королевы могут королей поменять, пока короли на войне. Не хочу больше, чем надо знать, что теперь мне. А у меня чем надо знать. А у меня теперь голова не болит, у меня головы нет. У меня зажаты две ладони в кулак, я знаю ответ. У меня зажаты две ладони в кулак, я знаю ответ. Меня ждет та, что всех милее.
сердце мое рвется, ведьма вьюга злая за спиной смеется. Слишком долго было мое пусто свято место, и я в церковь еду воровать невесту. Слишком долго было мое пусто свято место, и я в церковь еду. Ничего не хочу понимать, вот что мне выгодно, а что невыгодно. Моя северная печать кем-то очень хорошим мне выдана, а я сама себе прям капитан, а порой даже и пират. Да, я потанная северов, увезенная в Ленинград. Да, я Я так носил.
хочу. Мало мне места, и никому никогда меня не понять. И что еще интересно, я не могу надышаться тут, я не могу даже напиться. И только я закрываю свои глаза, сразу север мне снится. Мне не выкинуть из головы вот этой жизни сердечных предателей. И я стою у открытой стены, я прямо ору: позовите мне спасателей, чтобы они меня хоть раз в году увезли на край света, в мой суровый край белых вьюг и до короткого лета. Мой суровый край белых вьюг и короткого лета. Я на север хочу опять, а мне мало тут места, никому никогда меня не понять. И что еще интересно, не могу надышаться тут, я не могу даже напиться. Только я закрываю свои глаза, сразу север мне снится. Я живу в городе на Неве, мы там пьем дожди, заедаем туманами. И там лечится у нас прям на ура все, что зовется сердечными ранами. Но мне надо хоть раз в году убежать на край света, в мой суровый край белых вьюг и холодного лета. В тот суровый край белых вьюг и короткого лета, Костя. Па-па-па. Читаем по слогам, внимательно и вдумчиво. Нам роли раздают специальные обученные. Читаем по ролям и помним про учителя. Не надо говорить, сейчас молчим. И после запятых не надо говорить, молчим. Уходят корабли, на парусах разорваны. Так на мели стоять, оно еще позорнее. Он якорь наколол, морской устав не выучив. Вот мне не надо говорить, сиди, молчи. Не надо говорить, сейчас молчи. Я слова забыла. Спасибо большое. Я просто так ждала соло. Видимо, я его так жду всю песню, да? С лица воды не пить, зато не фонограмма. А пить сейчас так хочется. Какая красота! Я знаю наперед, куда кривая выведет, а мне не надо говорить, сейчас молчи. Не надо говорить, сейчас молчи. Вот теперь Иван.
сыграем домино. Ты черными, я белыми, и все бы ничего. Да что же там наделали? Но с верою в любовь. Читаем по слогам, внимательно и вдумчиво. Нам роли раздают специальные обученные. Читаем по слогам, но помним про учителя. А после запятых не надо говорить, молчим. Не надо говорить, сейчас молчим. Сидим, молчим.
Христе.
Дорогие дамы и господа, сегодня не то чтобы я даже сама это решила, меня очень сильно попросила не разговаривать. На самом деле попросили, я надеюсь, не потому что я говорю глупости, хотя, скорее всего, поэтому попросили. Но вот обратите внимание, я все равно говорю. Но я не могу не сказать, слова приветствия я сказала, я не могу сказать, наверное, в самом конце концерта я скажу уже обобщенное большое спасибо. Ачи, уйди, в хорошем смысле, нет, либо туда, либо туда. Потому что, когда я тебя вижу, мне стыдно петь. Я тебе уже все сказала. Это, ну, один... Сегодня вы услышите обязательно Ачи Пурцеладзе. Я его специально в конец поставила, потому что после того, как он споет, петь дальше не имеет смысла, в принципе. Вот. Так вот, сегодня не совсем обычный мой сольный концерт в рамках Славянского базара. Сегодня не просто приглашены, а согласились. Потому что есть артисты, которые не всегда согласятся приехать. Хорошо сейчас видно, да, лицо мое? Я не про себя говорю. Я говорю про как раз-таки артистов, которые приехали. Потому что не все артисты всегда приезжают, если их куда-то зовут. Сюда, в Витебск. Приехали все, кого я попросила приехать, кого я лично пригласила и пригласил сам Славянский базар. Это аплодисменты звучат уже тех людей, которые вы увидите. Конечно, тем самым я немножко украла песни у себя, но, дорогие люди, я вам что-то верю в то, что, во-первых, мы виделись, во-вторых, мы обязательно еще раз увидимся. А то, что вы сейчас, сегодня услышите и увидите в исполнении этих замечательных, ну, очень хороших певцов, артистов, исполнителей, вокалистов. Вы не всегда увидите по телевизору даже, я уже не говорю про радио. Спасибо вам большое за аплодисменты, которые уже раздаются. Итак, первого человека, которого я позову на эту сцену исполнить сольно. Не все поют сегодня сольно, но тем не менее, я очень хотела этого. Итак, это будет Людмила Соколова. Людочка. Мы сегодня сделаем так. Я не буду рассказывать о том, какие отношения меня связывают с каждым из человеком и с каждым из исполнителем. И прошу даже этого не делать. Кстати, я забыла попросить вас об этом делать. Объявлять и раздувать всех их премии. Это все не нужно после того, как люди споют. Потому что за человека говорит только одно – дело.
Johnny, hey Johnny, je t'emmerde toute ta vie. Johnny, Johnny, t'es plus que la monnaie. Johnny, Johnny, il faut tout voir pardonner. Pardonner. Merci beaucoup. Assieds-toi. Вдоль обрыва над пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю. Что-то воздуху мне мало, ветер пью. Чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте. Мне допеть не успеть. Я коней напою, я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня головом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, немного, но продлить путь к последнему приюту. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте.
что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Да колокольчик весь зашелось от рыданий. Это я кричу коня, чтоб не несли так быстро сани. Заживет ли мое сердце, мама?
заживет ли оно, и оживет ли оно. Самолет притянет небо, и поменяется погода. Я хочу туда, где солнце, я хочу в другое время года. Что же все-таки случилось? И мое сердце, мама, заживет ли оно, и живет ли оно. За мной стоят люди, я знаю, что наше сердце бьется, ведь мы все знаем, что со всеми нами будет.
Нет веры тому, кто распредал. Я закрыла, поверьте, двери, и ты остался стоять за дверями. Я буду тебя не ждать, и я смогу не скучать, хотя могу поменять и тебя, и себя. Вот что ты теперь стоишь, и ты говоришь, 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 а я не вижу тебя. Вот кто знает, кому и как надо, ты шаг влево, а я всегда прямо. Я не верю, но я все равно рядом. Я так устала, такой быть бы прямо, ведь я могу тебя не ждать, и я могу не скучать, хотя могу поменять себя на не себя. И что я теперь сижу? Я верю, что это был вот тот выход, вот тот самый. Ну, я открою тебе свои двери, но я останусь стоять за дверями, ведь я могу не узнать, и я могу не принять, хотя смогла поменять себя на не тебя. И что я теперь стою, и я говорю, и пою, но я не верю себе, и я говорю, и пою. Низко поклонилась. Bye.
даже между словами есть нехорошие, но есть добрые люди. Ты делаешь, что делаешь, а там будь, что будет. Ты делаешь, что делаешь, а там будь, что будет. Я падаю на траву, как тихо тут, как красиво. Боже мой, я живу, большое тебе спасибо. И ты меня извини, я жить тут пытаюсь. И я сейчас как могу, так и каюсь. Я сейчас как могу, так и каюсь. Так, хватит, давай споем, давай же обнимемся. Мы вот сейчас живем и вот сейчас видимся. И только в наших руках, люди, люди. Так что делаешь, что делаешь, а там будь, что будет. Ты делаешь, что делаешь, а там будь, что будет. Я падаю на траву, как тихо тут, как красиво. Господи, я живу, большое тебе спасибо. Я сейчас как могу, так перед тобой каюсь. Я сейчас как могу, так и жить пытаюсь. Что будет? И будь, что будет. Спасибо.
Я надеялась, верила, я молилась со Симбах и звезду полярную север. Я просила хоть раз упасть, чтобы я загадала, чтоб я встретила тебя, и вот я встретила. А подруга сказала, мне так говорила, не тут. Другая говорила, держись. Верила той, что сказала мне, вот это вот моя жизнь. Одна радовалась, другая биты давала. Третья, думаю, она мне завидовала. И я вспомнила, как мама говорила, не бывает подруг много, моя бит. Одна радовалась. И ты узнал ласку рук моих. Вот за что я сейчас плачу. Почему Бог сейчас наказал, Саш? Я даже смотреть не хочу, на кого ты меня променял. А ведь одна же говорила, не то. Другая говорила, держись. Верила той, что сказала мне, нет, вот это вот моя жизнь. Одна радовалась, другая биты давала. Третья, думаю, она мне завидовала. И я вспомнила, как мама говорила,
Спасибо большое. Спасибо. Я не знаю, почему, но меня тянет. Ой. Спасибо. О. Спасибо. А-а-а. Спасибо. Сами. Все это было не раз, но, к сожалению, все повторится, все повторится. Мы только время поменяем и лица. Да. За розы спасибо. Я не потерял. А я узнал интересный момент, что Иван Гог и Матисс видали. Они курили табак, употребляли акцент такой, что могли. Курили табак, употребляли акцент. Спасибо. Что? Спасибо. Могли. А я узнал интересный момент, что Иван Гог и Матисс видали. Курили табак, употребляли. Говорили, он не прав. Он не прав, она, естественно, не права. Спасибо. А я вообще считаю, что, мне кажется, это стихотворение можно здесь и заканчивать, правильно? Ну все. Ну ты-то куда, ты девочка? Миша такой молодец, типа, ты-то куда, действительно, ты девочка. Ну, в общем, вот и поговорили, он не прав, она, естественно, не права, а в результате-то любовь убили. Так, видимо, это не любовь была, потому что хорошо это только, когда чай индийский. И когда мята своя, желательно еще из своего сада. И когда не Нескафе. Я сейчас чувствую себя как Маяковский. Есть контакт, есть. И когда не Нескафе. А редко, маленький, дорого, но бразильский. Если честно, я это стихотворение написала 5 лет назад, еще до нашего чемпионата и до того, как нам приехали в Питер бразильцы, если честно. Поэтому еще раз. Редко, дорого, маленький, но бразильский. И когда вообще ничего говорить не надо. Когда дураку понятно, что разговаривать это не делать. Утро, завтрак, всем неприятно. И уже ничего не поделать. Потому что оказались дерьмом на проверку. Все надежды и все идеалы. И вот теперь не хочется Верки. Верка выспалась и... Верка выспалась и отказала. Печальный момент, как не спросить, где знака, вроде бы нашли пятый.
enredas la alfombra. В клавиши, город Хабаровск. Поехали. Валерий Герасимов, акустическая гитара, город Санкт-Петербург. Thank you.
столица Урала. Столица Чувашии, город Чебоксары, Иван Иванович Любимов, бас-гитара. Александр Яковлевич Дробыш, город Колпино, наш звукорежиссер. Иван Неклюдов, Санкт-Петербург, саксофон. Ваня, давай. Раз. Санкт-Петербург, труба. Александр Плюснин, труба, город Вятка. Анна Александровна Мушак, Белоруссия, город Могилев. Я вот считаю, что это пример жизненный. Восточная Сибирь, Иркутская область, станция «Зима». 34 тысячи населения. Екатерина Сергеевна Баранова, вокал. Восточная Сибирь, Иркутская область, город Тусилимск. Ксения Александровна Антипова, вокал. Дорогие дамы и господа, люди, я вдруг поняла, какая чудовищная несправедливость. Я очень хорошо помню, что я приехала в Белоруссию. Как если не ехала с подружкой, которая никогда не была в вашей стране. Я абсолютно... Ну, я это говорю сколько? 10-15 лет? Самая чистая страна в мире. Это факт. Нигде. В Германии нет такой чистоты. Ну, плюс еще, конечно, люди очень добрые. Это факт. Терпеливые и очень добрые. Я в хорошем смысле слова. Я бы хотела, чтобы представители культуры обратили внимание, потому что у вас, ваша землячка, она бриллиант вообще-то нашей российской эстрады. Я говорю об Анне Александровне Мушак. И было бы очень несправедливо, если сегодня у себя дома, у себя на родине, не поправил. Я не знаю, что там будет. Уже все вздрагивают, да, вздрагивают. Телевизионщики вздрагивают. Так. Подождите, будете мне что-то говорить сейчас за кулисами? Я 3 часа буду петь, так что не надо меня звонить. Итак, Анна Александровна Мушак. Что Анюта будет петь, я понятия не имею. Звон? Дайте Бог здоровья. Все, подождите, стойте. Все. Сейчас будет круто. Вот сейчас вот все, что до этого было, было нормально. Сейчас будет круто. Шел в руку сон.
получилось. И что не случится, звон, 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 будет не разбудит. Дальше что? Да будет. Смотрел на ладонь, глядя на дорогу. Спасибо. Я забыла договорить, что я хотела от Министерства культуры. Я хотела, чтобы... Пусть мне ничего не дают. Вот пусть таким людям, как Анна Александровна Мушак, хотя бы заслуженную артистку Белоруссии дадут. Я очень-очень за это радею. Этот голос украшает не только белорусскую, а также российскую... Девочки, вот даже журналисты говорят... Следующий исполнитель, который придет, мужчинам, может быть, не так интересно. Женщина, держитесь. Потому что у него сочетание голоса и красоты. Видимо, только когда я говорю сочетание голоса и красоты, все говорят, да, вы прекрасно знаете. Роберто Кильторес, Куба. Thank you.
запорами, но мадуэру помте, и не дивоси, и не дивоси. Мулата, tienes en la cintura una templadera que arrebata. Витебск. Я не estás más a mi lado, corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba. Es el amor y la pasión.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Pagándola después, ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Pagándola después, ay, qué vida tan oscura. Утром в соломе и в пыли мы
Это ваш Михаил Бублик, город Мариуполь. Спасибо большое. Это стало заметно, я кое-что поняла. Я научилась уходить незаметно, я такая одна. Но довелась тебе, Кирилл, пока ты пела, я к тебе шла. Ведь у меня теперь ты, а у тебя теперь я.
Спасибо. А сейчас такое для меня событие. Действительно, это первый раз произошло, когда мы с живым составом, с музыкантами, тем более на моем, в рамках моего сольного концерта, согласился ко мне приехать и выступить вместе со мною. А вы знаете, я никогда в жизни, по-моему, не пела ни с одним народным артистом. Никогда я не пела с народным артистом. По-моему, это в моей жизни сейчас происходит первый раз. Народный артист России Александр Малинин.
Спасибо, спасибо, Витебск. Спасибо, Беларусь. Желаю удачи Елене сегодня в этом концерте и вообще в жизни. Спасибо. Александр Ванилин. Творческих побед тебе. А сейчас на эту сцену я позову человека, конечно, обязательно. Для меня не все народные артисты, почему? Потому что для меня тот артист, кого народ любит. А там уже это самое важное. Поэтому, ну, мой, наверное, любимый. Нет, после Райнмен де Пауса Интерс, ты второй любимый мой латыш. Интерс Бусулис, Латвия!
сябры! Дотянись рукой твоя, нельзя, нельзя, не смотри мне так в глаза, нельзя, нельзя вспоминать, как рука в руке лежала, нельзя, мне теперь. Дотянись рукой твоя, нельзя, нельзя, не смотри мне так в глаза, нельзя, нельзя, поцелуй на моих губах, горит огнем, и вся музыка сейчас. Кусочек.
Был момент, когда я хотела, знаете, как сделать? Сейчас. Я болею тобой, я дышу тобой, и мне не жаль, и я тебя. Костя. Куполинка, куполинка, тёплая. Что все неспроста, все неспроста, по поводу вот чего. Умный, разумный человек. Я раньше в свое время шутила, что глупая соседка всегда поссорится с соседкой, а потом не у кого соли будет спросить. Поэтому умный человек будет дружить всегда со своими соседями. И, конечно же, не я сказала еще более умную вещь, не я сказала. Нет плохой национальности, если человек, который ее позорит. Но у нас с вами складывается, я давно уже не делю три национальности, простите мне такую шалость. Я не делю русского, белоруса и украинца, никогда. Мы братья по крови, по-другому быть не может. Наша дружба, нету, да, ребят, пусть не будет, я все равно за них скажу. Наша дружба с Прибалтикой, конкретно Грузия, наша страна побратим всю нашу жизнь. Куба, Ачи Пурцеладзе, Людочка Соколова, Нижний Новгород, Рома, снимай в Инстаграм, все выложишь. Интерсбуссалис, Латвия. Мы за дружбу народов, за хорошую музыку и за добрые сердца. Александра Малининова я просто боюсь звать, потому что это народный артист, мне как-то неловко, если честно. Спасибо вам большое.